ЧП в одном из детских центров Красноярска. Веревка захлестнулась на шею и едва не удушила ребенка. О происшествии сообщила мама девочки. В этот момент она как раз снимала ребенка на видео. Вот что рассказывает женщина. Она забралась на эту горку, ну и все произошло просто в доли секунды. И мальчик просто дождался, пока она поедет, я это видела, и отпустила как канат, который, ну, обвил ей шею, как видно на видео. Я смогла посмотреть это видео один раз, я больше не могу его открыть. Подходит администратор, говорит, идите ко входу. Ну, то есть, чтобы мы вообще вышли из их центра, и как бы они не при делах. То есть это случилось в центре, ну как скорая не может пойти по торговому центру или идти до развлекательного центра? Ну это же бред. Врачи скорой помощи осмотрели ребенка на месте и отвезли в больницу для обследования. Мама девочки намерена полностью обследовать трехлетнюю дочь. Сейчас у нее высокая температура. По словам женщины, накануне ребенка тошнило, ночью девочка почти не спала. Никто из представителей развлекательного центра с семьей до сих пор не связался. Следственный комитет уже начал проверку.